Хей, hey, okay, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру по названием Dark Souls Remastered. Так, сегодняшние наши цели. Нам нужно улучшить флягу с Текстусом на двоечку. Блин, у меня всего лишь 5 фляг. Нужно, короче, будет бежать все-таки к нашему центральному костру около храма огня. И там нужно будет флягу улучшить. Так, минус. Минус. Давай, приятель. Я верю в тебя. Готов. Так, вот это довольно неприятное место. Из-за вот этого вот чилика. Все, пошел. Я не помню просто, можно ли отбивать его атаки. Можно. Ладно. Атаки его отбивать можно, осколок титанита, отлично. Но бэкстепить я нельзя. Не, как бы отражать атаку можно, но именно сам бэкстеп нельзя делать. Душа хранительницы огня. У нас с вами. Так, давайте, ладно, ремонтный ящик. Так, стопэм. Так. Так, осколок титанита. Ремонтный ящик. Так, специальная ступка для починки оружия и доспехов. Так, измельчает порошок для починки. Так, отдохните у костра, чтобы получить возможность починить оружие и доспехи. Порошок для починки нельзя долго хранить, так как он портится. Первый раз слышу. Бездонная шкатулка. Странная бездонная деревянная шкатулка. Ее происхождение известно. Некоторые в шутку говорят, что это символ распущенности и жадности. В шкатулку можно положить любые предметы. Получив доступ к ним, можно во время отдыха у костра. Короче, типа, читайте бесконечный склад. Текс, ладно. Ладно. У нас с вами есть тут лифтик. Теперь мы можем поехать вниз. Когда будем проезжать, нужно будет спрыгнуть. Я объясню для чего. Только если я не рано спрыгнул, конечно. Да, я думаю, нормально, да? Да, нормально, вовремя. Хотя... Поразмыслив... Поразмыслив, что я чуть не упал. Так, не, раньше, кажется, было безопаснее место, разве нет? Кажись, да. Где раньше можно было попрыгнуть, стоять? Вот в этом, да, кажется, месте? Куда потом дальше нужно было прыгать? Ну, тихо. Но здесь я точно не умру. Да, все, правильное место. Или нет? Не, все нормально. Так, здесь у нас... Там предмет можно достать. А здесь у нас... Так, вижу, там предмет. Но испрыгивать я не буду, короче, сейчас. Здесь можно вернуться обратно нам. В наш городок. Где мы были ранее, но что мне нужно здесь? Так. Ключ от западного крыла. Ключ от западного крыла — это место, где мы были ранее. Оно нам пригодится. Так, здесь. Трупец. Вон трупец. Так, здесь я спущусь. Осторожно. Так, а это что за проход у нас? Все, понял. Сюда я тоже мог еще попасть. Душу хранительницы огня я не прочел. Да? Так, душа пропавшего.
И мы вернулись в то место, куда мне нужно. Так, предметы. Предметы. Где? Вот. Душа хранительницы огня. Душа давно потерянной хранительницы огня. Каждая хранительница огня олицетворяет свой костер и хранит человечность, которую ей преподносит в дар. Так, нескончаемая человечность поджигает ее души, и можно усилить флягу Секстуса. Можно использовать для получения человечности и восстановить здоровье. Душа хранительницы огня будет так потрачена на наполнение фляги Секстусом. Так, наполнение фляги Секстусом, где? Можно использовать для получения человечности, восстановиться так, здоровье. Душа хранительницы огня будет потеряна на пополнение фляги и Экстуса. Ладно. В принципе, нормально, в принципе, хорошо. Отдыхаем. Так. Открыть бездонную шкатулку. Сюда мы с вами ложим. Ложим. Мечи, разломатые предметы. Хотя... Ладно, пускай будет все. Может, вдруг пригодится. Так, нужно сбегать, короче, вниз нам и улучшить флягу. Поговорить, усилить флягу Сексусом. Да. Фляг усилен. Теперь у нас на плюс 2. Плюс у нас теперь здесь костерчика, это значит, ну, как плюс на 10 вы видите костер. Чтобы пожечь другие костры, нам нужно с вами будет найти где-то знак тьмы. Знак тьмы мы найдем, кажется, в склепе скелетов. Туда очень далеко бежать. Ладно, какие сейчас у нас с вами идеи? Что мы можем сделать? Мы можем убить, во-первых, горгулей. Либо мы все-таки можем пойти скелетом. Быстрее всего мы пойдем к скелетам. Также можно сходить за травяным щитом. Что тоже хорошая довольно идея. Я понял вас, ребят. Я вас понял, ребят. Не, все, это бэкстепится. Дело. Это дело все бэкстепится. Да черт! У них долгие замахи. Долгие. Нам нужен святой меч. Либо прокачать меч на свет. На свет. Буду, короче... Блин, двое встали, окей. Тихо, пью. Минус. А скелеты будут постоянно воскрешать на самом-то деле. Если мы не убьем призывателя. И это будет относиться у нас к гробнице. О, что-то выпало. Табли. Ништяк. Предметов здесь довольно много валяется. Ну-ка, еще найти нужно. О, допустим, предмет. Ой, там громила, кажись. Громила на самом деле это опасный херь. Нихера их там. Не-не, ребят, не-не-не-не-не-не. Ладно, я бы там подумал против несколько вас сражаться. Я думал, в меня камень. Да не, я вас дохера, вы чё гоните? Если бы, ладно, вы по одному хотя бы нападали. Я понимал бы там. Давайте сюда по одному. Гигантов я навряд ли завалю. Хотя...
О, один зашел. Зашел гигант. Сюда гигант зашел. Нужно немножко пробежать. А, вон он. Все нормально. Сука. Давай замах. Наконец-то. Блин, три удара обычных. Давайте гиганта попытаемся убить. А что нам? Они что, все шли? О, гигант, тихо. Кто тебе позволял уходить? Воу-воу-воу. Молодец. Так, держать. Я хочу просто понять, могу ли я его бэкстепить. Если я могу его бэкстепить, это довольно хорошая новость. Ну, кажись... Я, кажись, не могу бэкстепить его. Из-за его больших размеров. Да, бэкстепы не выходят. Ну хотя бы его убить можно. По 500. Нормально. На самом деле это нормально, 500. Вот здесь... Давайте по одному, ребят. Хотя... Нападайте вдвоем. Можно понять, кто будет из вас нападать? Тупые скелеты. Я понимаю, вы хотите вдвоем напасть. О! Минус, Ого, а тебе нужно ударов. Ого. Да, так его не грохнуть. Так, здесь, короче, есть проходы, если что, по бокам. Вот здесь вот проход есть. Это вход в гробницу. Если я ничего не путаю. Вручный меч. Так, вон там еще что-то есть. Нужно это все дело зачистить, все забрать. Бинокль. Бинокль, бинокль, бинокль. Так, там у нас огромный скелет. Здесь у нас ничего нету. Как так? Что, серьезно, ничего нету? И вот здесь вот у нас есть проход гробница. Довольно зловещее место, если честно. Боже. На самом деле, я даже не помню, как эти черепа убивать. Вот эти вот летунов, видите? А, они взрываются. Значит, все нормально. О, все, да. Это тут, значит, где-то волшебник. Все, 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 чел. Извини, мне нужно уходить. Ты подождешь, и враги тоже подождут. Да ё-моё. Он бэкстепнул. Прикольно, да? Скелеты бэкстепы. Не, короче... Нафиг это нужно? Давайте я отсюда уйду. Пойдем с вами убивать горгулей. Я так решил все-таки. Пойдем убивать горгулей. Здесь мы с вами зафармили. Если я этот... Блин, а этот меч, кажется, нельзя, да, прокачивать?
Ну ладно, не суть, тогда найдем что-то другое и прокачаем его на свет. Свет сразу же убивает врагов на повал. В следующей серии тогда мы с вами отправимся, ну, уже в другое место. Уже в другое место, но сначала мне нужно вожечь, не вожечь, а фляжку. Делать на десяточку. Так, мы запустили лифт, теперь у нас работает лифтик. Поэтому отправляемся сюда и поднимаемся наверх. Насчет горгулей я тоже вот не помню. Можно ли их бэкстепить? Блин, писали бы серьезно, кого можно бэкстепить, а кого нет. Блин, а я копье могу использовать? Да, если оно там у меня активное, значит можно. Короче, великанов я не могу бэкстепить. На самом деле это даже обидно чем-то. Ладно, поехали. Пли. 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 Минус. Можно по одному рыцарю. Найдите вы в сраку. Вот так же будет с вами, вы поняли? Там, короче, скелеты. Рано нежить. Во-во-во! Чё? Охерел? Он такой взял, втихаря на меня начал бежать. Так, раз, и полетели. Ладно, я понял. Немного сюда. Да побежал один. Кажись, я немного плохо что-то сделал, да? Ладно. Также даже лучше, потому что там они бы меня зажали. Не, вот это лучшее действие на самом деле. Так, пью Эксус, там кто-то топает. Ну, вы слышите, да? Так, где-то там наверху должен. Вон, нежить. Вот там вон нежить. Блин, вот это управление. А тени сюда бегут. А чё эти заахрились? Первый раз рели вижу. Нихера их там! Нихера их там! Так, давай сюда, короче, чел. Давай. А если бы я дальше ушел, тогда там меня еще эти бы растерзали. Так, лады. Зачистка совершена. Гаргули, я иду к вам. Так, здесь где-то должен быть дроп. Если я не ошибаюсь, где-то здесь должен лежать дроп. Вот он, дропик. Большая душа. Так, там есть проход, а здесь просто наверх, да? Нет? Да? Нет? Нет.
Здесь все-таки есть проход. Так, я в человечности, в человечности. Можно вызвать помощника. Если я не буду... Или вызвать? Даже не знаю. Да, давай. Рыцарь, сори. Пошли. О, рыцарь Сайл, Соллер. Пославим солнышко. Что, Соллер, погнали? Побежали, Соллер. Пока попью, пока касцена. Нужно только успеть горгулей хвост отрубить. Вот этот. Или зря я все-таки его вызвал. Да хоть посрать. Не выбью хвост, окей. Не так уж нужно тогда будет. Одной тычки. Минус. Да не, я силен. Просто вырывай куски. Спасибо тебе. Благодарю. Так. Медальончик света. Thank you. Thank you very much. What you help me meet. Так, здесь ни хера. Значит, бежим наверх. А, да, быстрый спуск по лестнице, и я уже узнал, как это. Просто нужно зажать кнопку. Ну, типа прыжка. Ну, действие, не знаю, как это назвать. Ну, короче, кнопку прыжка... Прыжок-разбег, так сказать. Горгульки, горгульки. Я хвост выбил, ништяк. А ну, стоп. Хвостяра где-то там. Хвост, хвост, хвост. Так, двуручный меч. Двуручный меч. Огромный меч, обычный, один из самых больших прямых мечей, как следует из названия, его нужно держать двумя руками. При этом воин должен обладать нечеловеческой силой. Удары этой тяжелым мечом подбрасывают врагов в воздух. Нихера себе. Так, стоп. И-и, там еще был какой-то у меня. И-и-и-и-и-и. Ира. Хвост-топор, тип оружия, топор обычный. Это отрубленный хвост одного из каркулей, который охраняет колокол пробуждения церкви нежити. И патрулирует Анорлонд. Можно использовать как бронзовую секиру. Сильно гнется во время мощных атак. Все-таки по своей природе это хвост. Запускаем рычажок. Это один из колоколов, как я помню, их два. Ну, как нам рассказал челик вот этот, который вначале сидит. Ну, два колокола. Тут еще должен был какой-то мужик прийти, если не ошибаюсь. Он тоже продает там книжки, ну, короче... Вещи, которые относятся к сетевухе. Вот он. Приветствую тебя. Меня зовут Освальд. Из Карима. Продавец... Так, в тебе мало веры. Во все, что же боги великодушны. Но все же боги великодушны. Желаешь ли ты... Так, исповедаться. Если же обновить... Так. Обвинить кого-то. Ибо все грехи в моей воле.
Купить предметы. В принципе, у него тут ничего нету, кроме вот камня очищения. Камень очищения довольно хороший, потому что если у нас будет проклятие, мы сможем его сбагрить. Обвинение. Ну, короче, вот эти все. Можно косточки купить. Что у тебя еще есть? Заклинание. Талисман Велки. Кольцо кровавого укуса. Повышать сопротивление с кровотечением, повышать сопротивление ядом. Только 50-50 на самом деле предметы. 10 кусков стоит. Довольно дорого, если брать вот так в расчет. Книга виновных. Я ничего не буду покупать, да, камень очищения это хороший предмет, но... Учить жест. Что ж. Что это? Спасибо за жест. А как жесты делать? А, так я Г нажимал. Разве нет? Где мое «Вославить солнце»? Я хочу «Вославить солнце». Ладно. Нету здесь моего «Вославить солнце». Блин, а я что, не изучил жест у этого челика? Ну ладно, плевать. Так, куда мы теперь бежим? Мы с вами бежим, короче, к этому кузнецу. Там мы с вами сохранимся. И я еще должен понять, куда ведет эта дорога. Ну, там рыцарь с ней. Вот это. Бэкстеп! Да, я, короче, более-менее как научился бэкстепить. Я ж бэкстепщик. Так, пшик. Так, ладно, туда, я думаю, еще рановато. Вот трупак. О, подобрать человечность, ништяк. Так. И здесь секретные стены. Нужно искать секретные стены. Что это за проход? Вот на самом деле я даже не помню этого места. Нет, я все равно не помню этого места. Это какой-то срез. Но какой срез? Ладно, не суть. Так, значит, мы здесь с вами побывали. Теперь нам нужно... Так, погнали, короче, кузнецу и будем, наверное, заканчивать серию. Мы с вами что сделали? Хотел сказать, обрыскали катакомбы, но на самом деле нет. На самом деле, ни хера подобного. О, там еще один. Вас тут, оказывается, трое было? Нифига себе. Может, вас все-таки четверо? Да нет. Кажись, только трое. Вот и что, оказывается. Здесь срез. Так, алебарда. Да, конечно, не... ключ от подвала у нас теперь есть. Так, мы открываем себе срез. Кабанчик на один раз. Загрелись, загрелись враги. Откуда вопрос? А, это... Вспомнил. С другой стороны прохода. Да-да-да-да-да, это другой проход. Ну, в принципе, нам хоть так нам бежать в эту сторону. Поэтому даже как-то все равно. Даже как-то все равно. Что?
Что нас будет ждать в следующей серии, ребята? У нас теперь два варианта. Либо пойти туда, куда я сейчас думаю. А это в леса. Ну, не в леса. Ну да, в леса. Либо пойти вот туда. У нас, кажется, еще ворота не открылись. Нужно в два колокола все-таки побить, что ли. Ворота открылись. Чтобы попасть в Анарлорд. Ой, прости меня, я глубоко задумался. Меня зовут Сигмайер из Катарины. Так, признаться честно, я наткнулся на... Так, препятствия, точнее ворота, они даже не думают открываться. Сколько бы я ни ждал... А я ждал долго. Сколько бы я ни ждал... Так я и сижу. Обдумывает... В принципе, их всех можно поубивать, но на самом деле нахера. Это ж добрые NPC-шки. Можно, знаете, что сейчас делать? Блин, значит, ворота не открыты, значит, у нас только один проход. И это проход в лес. Лес на самом деле такое место. Ни туда, ни сюда. Так, сила, выносливость. Ой-ой-ой, тихо-тихо, чуть не потратил денежку. Кузнецу мне нужно, ну там вещь у него купить будет. Если я не ошибаюсь, а ну-ка... Ты должно быть здесь недавно. Я Эндер из Астории. Если тебе нужен кузнец, обращайся ко мне. Так, смотри, что мне нужно. Усилить оружие, в принципе, тут вариантов не так уж много. Купить, починить снаряжение, так выучить жест. Ура! Так, поговорить. Большинство оружия и брони очень прочны. Но у любого металла есть слабое место. Если увидишь, что прочность снижается, время чинить. Можно попросить кузнецов вроде меня или использовать точильные камни. За что я люблю оружие, они никогда не предаст тебе. Так что стоит относиться к нему с уважением, а? Так, купить предметы. Я только... Так, осколки титанита. Вот это мне нужно. 20 кусков стоит. Оружейный ящик кузнеца, инструмент для усиления оружия. Очень хороший предмет, можно его будет купить, либо это сделать можно будет все потом. Поэтому. Инструмент для усиления доспехов, инструмент для усиления оружия. С этого здесь у нас хлам в основном. Стрелы, погодите-ка, можно купить поэтому. Раз, два. Ну давай-ка, пока тебе... Что там, килл? Пока тебя не убили, что ли? Давайте, короче, прокачай свой уровень. Новый уровень. Так, сюда. Вот так, пускай будет, да, я думаю. Хотя, нафиг надо. Блин, я ж это решил. Отмена. Все вкачивать, пока у меня будет не сотка. Все отлично. Теперь давайте один раз я попробую это сделать. Если не получится, это плохо. Если получится, это отлично. Чтобы души не просрать. Я куплю стрел. Буду, короче, покупать все-таки по десятку. По три, но... Ладно, хочу. Не дай тебе прикончить. А, киллинг. Кончить себя. Я вот это вот не помню, можно ли бэкстепить. Я его никогда не пробовал, на самом деле, бэкстепить. Он кажется сильным. Кажется, нельзя.
Так, слабое место, я не помню, кажется, у ноги. Чем мне не нравится лишь этот враг, он очень прочный. Но у него есть то, что мне нужно. Ладно. Да, он очень прочный. Давайте тогда на этом закончим, я думаю. В следующей серии мы с вами... А, точно, у нас же два варианта. Либо в лес пойти, либо пойти в... начальную локацию, где мы были. Вот это... северный, там, предел нежити. Короче, тюремное место. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.